Привет, любители животных! Сегодня хочу вам показать набор кухонных ножей из 4 штук. Здесь все модели выполнены из японской стали AUS-8. Это аналог нашей стали 95H-18. Разные ножи. Давайте вам покажу, что и как, и по цене тоже все скажу. Первый нож на обзоре – это такой классический нож «Шеф». Все ножи среднего размера, поэтому удобно будет работать и мужчинам, вам, и девчонкам, и женщинам. Поэтому вдвойне интересный такой набор. Нож «Шеф» – классическая форма, удобно и по мясу, и по овощам, и по продуктам. Накладки выполнены, кстати, здесь на всех ножах из ореха, поэтому все ножи невесомые. Ну, в любом случае, такой «Шеф» всегда должен быть в вашем ассортименте, потому что он выполняет много функций по любым продуктам. Все, можно им поработать. Следующий нож в наборе — это Сантоку. Сантоку тоже среднего размера, в японском стиле. Сантоку, кстати, переводится как резать, рубить, шинковать. Поэтому все им можно, все им удобно. Посмотрите, какая уходящая вверх линия реза позволяет, и форма, скажем так, и форма режущей кромки позволяет делать любые движения, как бы, соответственно, и шинкующие в том числе. Удобно как бы на любой поверхности работать, удобно на любой поверхности и нарезку делать, и по другим продуктам использовать его. Следующий нож. Это вообще один из самых нужных ножей, а в этом наборе тем более. Знаете, его спектр использования вообще глобальный. Давайте сначала про традиционный. Значит, он изначально, этот нож, для того, чтобы срезать мясо там с костей. То есть такой нож, знаете, еще для стейков. И удобно проверять им, да, степень готовности, и резать им удобно. Но вы, ребят, с фантазией, сами мне присылали видео некоторые пользователи, да, кто использует его и на охоте, потому что все ножи, они тонкие, поэтому удобно работать по шкуре, причем по сальной шкуре, да, но ничто к этому ножу не прилипает за счет его, как бы, тоненького размера, они все 2,2 мм где-то, да, так вот, и на охоте, а уж на рыбалке тем более. И один раз прислали мне видео, как снимаю даже филе этим ножом спокойно, потому что я сам похожим ножом делаю, филе снимаю. Размер хороший, щуки с большой спокойно снимете, тонкий, ничто не прилипнет. Резать одно удовольствие, ребра счищать, да, перед тем, срезать перед тем, как снять филе, тоже удобным этим ножом делать, потому что он тоненький, еще раз скажу, и спокойно делать самую мелкую срезку, самую мелкую нарезку. Рекомендую вам этот нож в этом же наборе однозначно. Ребят, следующий нож — это нож такой овощной или фруктовый, назовем его, да, небольшой нож, что картошку чистить, что икру намазывать, что овощи разрезать, все можно тоже сделать этим ножом. Вот такой вот набор, хороший, универсальный, из настоящей такой нержавейки японской AUS-8. По стоимости он 14 тысяч рублей с чехлом и доставкой за вот эти вот 4 ножа. Поэтому обращайтесь. Как говорится, на кухне главный нож, поэтому такие ножи вам пригодятся однозначно. Обращайтесь. Кузница Акела, ножи для дела.